Doha is your final destination. Please proceed to arrival to complete your immigration formalities. Так, метро в Дохе имеет три стандартных проездных. Стандартные для таких, как я, семейные, понятное дело, для семейных, и золотой. Золотой проездной самый дорогой. Насколько я знаю, карточка, просто карточка проездная, без билета, стоит 100 реалов. Это где-то 25 долларов. Но я посмотрю, если я могу купить золотой билет без карточки. Может быть, я могу просто проездной такой купить на день. Вот. Вот я зашел в метро. Тут, конечно же, прохладно, хорошо. Вот. Так, я доехал до центральной станции. Вот. Вот он, Катар. Вот он, Доха. Центр, центральный бизнес район, очень красиво, небоскребы, луна, пальмы, и невыносимая жара, сумасшедшая жара. Хорошо, я хочу показать тут на набережной, здесь такие как гондолы, такие светящиеся фонарики, гондолы. Я так подозреваю, что это прогулочные такие катера, которые можно взять в залив и покататься. Вот это залив. Я бы показал воду, она чистая, прозрачная, но просто темно и не будет видно. А так вообще, вот я вижу от огня этой гондолы, что она абсолютно прозрачная, я вижу как бы плиты, где-то метра два, наверное, глубина. Вот. И там вот такой идет залив. Вот. Сейчас тут гуляет много индусов. Я не знаю, это рабочие или... Ну, хотя в остальной Дохе уже, конечно, почти никого нет. Так, тут, конечно, очень красиво. Так, уже 10 часов, и последний поезд уезжает в 10:30 с конечной станции, поэтому я уже подхожу к метро, чтобы ехать обратно, иначе мне придется идти 5 километров в гостиницу. Вот. Где в Катаре можно увидеть вот такие вот шатры, как бы картины с лицом мужчины. Но я так подозреваю, что это их не король. Ведь Катар — это все-таки королевство. Вот. А здесь я иду, подхожу к метро, и тут вот на лужайке лежит целая куча рабочих индусов. Вот. Но вообще тут довольно-таки безопасно ходить. Я бы сказал, я не знаю, что они здесь лежат, может, они здесь ночуют. Вот, ну вот я подхожу уже к метро, буду садиться и покажу уже стандартный вагон, как он выглядит.